Без тяжелых сумок и огромных чемоданов в столицу налегке отправляются пассажиры первого туристического поезда. Ирина Конова в Москве еще не бывала. Увидеть знаковые места Первопрестольной мечтает давно. Красная площадь, потом Мосфильм, музей, Воробьевы горы. В Москве самарцев ждет насыщенный день. На перроне Казанского вокзала их встретят актеры в костюмах исторических персонажей. Затем на 10 автобусах туристы разъедутся по тематическим экскурсиям. Мы постарались сделать так, чтобы это был маршрут необычный, тем более он первый. Все маршруты посвящены году российской истории. То есть во все маршруты входит историческая тематика. Блиц-путешествие вместе с дорогой займет меньше 3 суток. В пути пассажирам обещают почти гостиничный сервис. В туристических «Жигулях» 12 вагонов последнего поколения. Все вагоны оснащены телевизором, биотуалетами, системой кондиционирования воздуха. Во всех вагонах во время путешествий будут транслироваться фильмы о туристических маршрутах Российской Федерации в принципе. Цена всего этого удовольствия вполне приемлемая, утверждают организаторы тура. Самара-Москва-Самара – первая ласточка проекта «Пять пятниц». В октябре железнодорожники планируют запустить тур выходного дня в Пензу, в ноябре – в Нижний Новгород. В перспективах – Уфа, Санкт-Петербург и Золотое кольцо. Марина Кравцова, Дмитрий Тарасов, ГИС «События».